Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы, собственно, мы продолжаем играть в Скуби-Ду Зловещий замок. У нас тут уровень 4. Может быть, это будет финальная серия. Мы пройдем еще эпизод 4, но не знаю. Посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Сейчас будет. Я бы не хороший, короче. Печенье, я уже задачу собирал. Они так вкусно это сделали. Давай. Сейчас, наверное, после этого уровня уже босс будет. Пятая где? Пятая у нас. Не люблю критиков. Не, не понял. Это что, Скуби-Ду, что ли? Такой. Я думал, это вообще как другой персонаж. Печеньки. Так, где это? Пятое это. А, вот, блин, черт. Правильно сделал, ну ладно. Скуби дверка. Ну иди давай куда-нибудь, я не знаю, что ты. Ты что делаешь-то? Что ты? А, вот как это надо. Прыгай. Молодец. Черт. Вот. Давай, все, пошли отсюда. Фред, как слышишь? Вельма, ты что-нибудь нашла? Что он не бьет дальше? Кое-что важное. Табличку затонувшего китобойного судна. Судно Вилли! Прямо в точку. Правда, самого судна нигде не видно. Думаю, его все-таки подняли. Отлично, Вельма. Но почему Вилли скрывает, что он нашел судно? Без понятия. Мы со скуби собираемся осмотреть нижние палубы. Может, найдем что-нибудь? Хорошо, будь осторожны. Тут повсюду рыболазы. Тут не только эти рыболазы твои. Так, здесь мне нужно... Рычаг.
Ё-моё, там этот... Дяденька. Большой. Давай-давай, бей его. Давай. Конец.
А еще бы не просто. Ты же со мной. Море. Опять эти. О, старый добрый. Приехал. Почему он не дерется нормально? Вот мне просто интересно. Может, ему реально это мешает? Сейчас дерется. Падаешь-то, очки теряешь. Так.
сработал. Да что ж такое-то? На ровном месте падаешь. Да. Не мешай, а? Туби. Блин. Вызываем лифт. Приключений никогда не бывает слишком много. На себе сказал я себе. Ну блин, давай, купили, купи, пожалуйста. Так, сюда и я. Что ты падаешь? Да нифига себе, я что сделал сейчас. Да.
блин! Я же запрыгнул там. Вот. Ого. Нет, ну это было бесполезно. Сейчас. Аре падать. Боже. Куда стреляешь?
программист ты наш. Иди сюда. Слишком много компьютеров за один уровень. Слишком много. Я вот сейчас не понял, что это такое. Где я вообще оказался? Собрал так прилично, но, естественно, не все, потому что я там еще и падал и все такое. Собрал только одну. Босс. Ну давайте посмотрим, что это за босс. А, вот это босс. Вот он, да. Осьминог. Роботизированный, блин. Дадим. Так, что-то. Ха-ха-ха!
А, надо вон туда ему руки стрелять. Да, ты немножко вверх. Вот. Это лишь его первая фаза, блин. Тихо! Мне кажется, что мне каю. Ты чего делаешь-то, боже, блин? Она не застает до него просто. Ты что, виноват, что ли? Да хватит, а? Куда в него там стрелять? Харе падать уже, а? Вот, так, подожди. Нет, я не попал, да? Я никогда не... Так я вот никогда не одолею, вы чё? Пары уже... Блин. Слушай, ты что, издеваешься, что ли, давай? Пары падают. Ты что, идиотка, что ли, я не знаю? Да не допрыгивает просто-напросто и все. Я не успеваю за ним тут. Сейчас он убьет меня так. Да я не могу так за ним, блин, по пятам ходить. Его вон там.
там этот, как... Да что ж такое-то, ты будешь убиваться или нет? Я не знаю, кто это делал, но... не вот тут. Хватит! Да хорош уже, а? Я не могу его поранить. Так, вот теперь он справа будет. Слева. Короче, ждем, пока он здесь появится, потому что бесполезно. Все, наконец-то. Делать так вот. Короче, мне уже хочется сесть. Так, как ты это... Давай. Что ж. Так, а что там дальше? Так, кто злодей? Вилли. А, синяя борода, да. А, типа эта возня с лобстером нагоняет аппетит. Ты тобой, Вилли? А, нет, нельзя ты балуй. Наконец-то все проясняется. Я знаю, кто может разобраться с этими двумя. Итак, капитан, мы передаем их вам. Буду рад отправить этих негодяев на гауптвахту, да. Правда, сейчас там солится селедка. Они почти обдурили нас, пока я не увидел, как Сет берет ласты. Все эти жемчужины. Он как раз собирался убрать их и подготовиться к новой партии. Они хотели поднять затонувшее судно Вилли и нашли жемчужный риф. А потом они распугали местных, чтобы прибрать к рукам жемчуг. И нам бы все сошло с рук, если бы не эта маленькая русалка сотоварищи. Русалка. Я тебе отомщу, синяя борода. А ты лучше помалкивай. Приезжайте еще, ребята. В скалистой бухте вам рады. Ладно, извини, что тебя злодеем назначил. Да. Ой, блин, как мне же все плохо-то. Эти 40 всего. Маска монстра, нет, мы ее не получили. Так, эпизод 4, что здесь? О, какая-то Трансильвания, блин. Сир, готовы? Гости ждут. Да, почти готов. Мне нужно подраспушить усы. Костингтон, подай мне щетку. Ну вот, мы опоздали. Фестиваль еды типа закончился.
Я так не думаю, Шегги. Еще одна тайна. Нам нужно скорее попасть в замок. Почему люди убегают с фестиваля еды? Переваренные брокколи? Нет, хватит с меня. Просто я уж буду драться. Потому что хочу уже начать другую игру проходить. Так что это секрет. А, ну здесь купит дверь. Я не смогу ее там попасть туда. А дверь-то заперта. Может постучать? Это мысль. Молодые сэр и мадам, добро пожаловать в замок Кейстоун, дом храбреца. Труса. Я Костингтон, дворецкий в замке. Ваши друзья проследовали к обеденному столу. Обжоры. О, простите, слегка першит в горле. Ясно. Почему все убежали? Ну, все пошло совсем не так, как планировал барон. На замок наложено проклятие. Проклятие? Барон объяснит вам все гораздо лучше меня. Я провожу вас к нему. Недотепы. Костингтон, сегодня мои тапочки не очень пышные. Распушить! Вы баронесса? Ха! Нет, барон мой брат. Я, леди Азарния Крокфеллер, названная в честь владычицы Кейстоуна. Я законная наследница замка. А, рады познакомиться, мадам. Ха! Очередные нахлебники на глупый праздник моего братца. Не убегаете в страхе? Костингтон сказал, что замок проклят. Браво, да, проклят не замок. А барон, как и все мужчины в роду Крокфеллеров, королева-ведьм будет преследовать их, пока они живут в этом замке. Таково наше семейное проклятие. Значит, призрак. Ну, охота за призраками наш конек.
Нам нужно увидеть барона. Да, вам сюда. Распушить! Внутренний двор прямо по коридору. Вы найдете барона там. Он работает. Прячется. Да. Дафна, это Фред, прием. Да, на связи. Мы в замке, встретили дворецкого. Костя. Странный, да? Точно. Честно говоря, я не все хочу здесь собирать, там уже тебе три уже пройти. Видеозар, сестра барона. Я ее не видела. Спросил, а может быть, ну, посмотрим. Может, она была наверху или где-то еще? Там да, может, с этими конечно, собирательствами Yeah.
так встанем. Алло, мне она нужна так-то. Ты. А, вот. Сейчас поменялся, ё-моё. Блин, там медальон был, чёрт. Я могу его взять. Ладно. Один уровень эпизода акта мы пройдем. Я говорю, я хочу сделать, в принципе, все прохождение, но. Честно говоря, что-то даже начинаю сомневаться, что это финальная серия. Потому что нити достаточно таки длинные. Да ты вы чё, куда вот сейчас вот это сделал?
как странно. Ой, полетай, дяденька. Последний там.
пополним запасы. Кто посмел войти в замок Кейстоун? Говорите! Мы хотим помочь раскрыть тайну Кейстоуна. Мой бог! Да, да! Смотри, карманный барон. Удобно. Наконец-то кто-то решился помочь. Как волнительно. Спасибо. Ваша милость. Да-да, моя светлость, большая честь и куча почтения. Значит, вы разгадали тайну? Пока нет, но готовы попробовать. Моя прародительница, леди Азарния, построила этот замок 900 лет назад, но не успела пожить в нем. Брат заточил ее в темницу и стал править как барон. Долгие годы в своей камере она постигала черную магию, поклявшись вернуться после смерти и отомстить. С тех пор каждого барона Крокфеллера ждала ужасная судьба. И вы думаете, что вы следующий? О, я это знаю. Ее дух появился на фестивале в огненной вспышке, предвещая мою гибель. Все бросили меня, убежали. Она может прийти за мной в любой момент. О, если вы хотите помочь, идите в лес и найдите Кейна Перкинса, моего егеря. Он знает земли замка, как никто другой. Ладно. Сначала найдем остальных. Нам потребуется вся команда. Так, 36. И сколько? О, ну тут я еще не все собрал здесь. Че? Два. Ой, трофей даже. Вкусный, но типа из-за нее мы и потеряли скуп. Пошли искать команду. Давайте еще поиграем. Вкусняшку-то тут. Решили пойти другим путем. Вы что, потерялись?
спаси нас, Фред! В лесу мы вас не отыщем. Попробуйте найти егеря. Сила вернется. И не лезьте в неприятности. Так, давай. Кроме человека в медвежьей шкуре! Мамочки! Ты их распугаешь! Кого распугаю? Оборотней! Вот теперь тут есть кого бояться! Тихо! Вот они, ребята! Но все одно, нечего вам шататься в этих лесах. Вас барон послал, да? Да, точно он. Я так и думал. По его приказу я торчу здесь и стерегу лес. Но на кой он послал вас двоих? Типа мы ищем что-нибудь на обед. Да с этой королевой ведьм мы сами обед. Особенно если думаете слоняться возле хижины у озера. Мы нет. А почему нет? Говорят, там жуткие вещи творятся. Местные прозвали ее «Зловещая хижина». Зловещая хижина! Желаю не стать обедом! Фред, как слышишь? Типа прием! Алло! Эй, ребята, вы нашли его? Если ты типа про самого страшного чувака в мире, то да, нашли! И что он сказал? Рассказал нам про зловещую хижину! Может, ты сходишь туда вместо нас, а? Да, ребят, слишком много мозга. Все будет хорошо. Просто поищите в хижине улики. И будьте начеку. Так, что это такое? Знаю, Скуф. Мне тоже. Пусть Какого черта?
Давай, давай. Поплавай. Так. Что такое-то? Да... Че, идиот, что ли? Падаешь ты, господи.
Блин, ты чего? А как я это сделаю? Подожди. Надо, чтобы кто-то стоял, а кто-то, собственно, это... А, нет. Вот. Должна быть дверь. Попробуйте найти ее. Я знал, что на вас можно положиться. Да я что? Я привычный. А ты тебе тоже ты напомнил? Кто? Тихо, не шумите. Ладно, пока, Брэд.
Так, наверное, как мне кажется, стоит все-таки закончить. Врезала. Финальная серия. Боже, много прошли, достаточно такие уровни длинные. В общем, всем спасибо большое вам, ребят, за просмотр. Всем удачи, всем добра и всем пока. До скорой встречи. Всем пока.